Жители поселка Байгабыл Костанайской области остались без центрального водоснабжения. Там рухнула водонапорная башня, которая круглосуточно обеспечивала водой 800 человек. Сейчас сельчане набирают ее по часам, 3 раза в день, только уже не из дома, из-под крана, а идут к резервуарам, из которых до аварии воду подавали на весь поселок. Комплекс очистных сооружений в Байгабыле появился в 2014 году по программе «Акбулак». На подключение к воде потребовалось 156 миллионов тенге. 4 из них потратили на водонапорную башню. Работы проводила местная организация. Почему металлическая конструкция рухнула, сейчас выясняет специальная комиссия. Предварительно есть несколько версий. Вода, которая находилась в резервуарах, могла размыть грунт, что повлекло за собой разрушение опорной конструкции башни. И вторая. Возможно, вода, которая находилась в баке башни, замерзла. Произошел перевес, и она сложилась. К счастью, из людей никто не пострадал. На восстановление потребуется около 2 месяцев и порядка 10 миллионов тенге. Но мы рассматриваем вариант установки автоматического насоса, который стоит наполовину дешевле.